Всем привет, друзья! Вы на канале Шедр Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас на прилавках магазинов появилась игра под названием Haven Park, мимо которой я не смог пройти, потому что в такие игры обычно я всегда играю. Не всегда записываю, но играю практически всегда, когда они выходят. Но это решил пустить на запись, как когда-то поступил с Cozy Grow, потому что здесь тематика примерно похожая. В Haven Park нам нужно будет следить за парком бабушки, облагораживать его, угождать всем туристам, которые здесь появятся, и выполнять их желания. Интересное описание, скажите, очень похоже на Cozy Grow, но, надеюсь, здесь не нужно будет играть каждый день, а тогда, когда нам будет нужно. Ну что, давайте посмотрим, что такое за Haven Park и кто наш главный герой. Новая игра, игровые слоты. Еще все свеженькое, видите, даже еще не начинал. По-моему, пока что мило. Ты помнишь, почему Ша маленькая, когда ты был малышом? Мы проводили длинные летние вечера, играя в старой башне. У нас были сказочные приключения. А вот мы и бабушка. Воспоминания почти стерлись из памяти, бабуля. Я не готов. Это слишком тяжело для меня. Флинт. Мне было столько же, когда я начала ухаживать за парком. У меня было столько забот. Прошли годы, я кое-что поняла. Это не я заботилась о парке. А парк. Это он всегда заботился обо мне. Я буду стараться изо всех сил, бабуля. Оглянись вокруг, внучок. Прислушайся. Сегодня будет прекрасный день. Эх, какой саундтрек-то тут у нас великолепный. Ну что, играем мы за вот этого цыпленка. Нажмите букву И. С чего бы начать? Ты помнишь, где находятся кемпинги? Не особо. Внучок, видно, тоже только приехал. Ничего страшного. Для начала найди солнечную бухту. Ну, еще легче стало. Солнечный чё? Это ближайший кемпинг. Иди на запад, и ты найдешь его. Чем я еще могу помочь, бабушка? Потому что с этим я точно не справлюсь. У меня в последнее время мало что получалось. Много что в плачевном состоянии. Ты все можешь починить, мой друг. Хорошо, бабуль. Уверена, ты найдешь дорогу. Ну, вперед. Ой, прощай, бабуль. Думаю, я уже не вернусь. Выбрасываешь ты меня в лес. Перемещайтесь, используя кнопки направлений. Блин, прикольно. Только я что-то не слышу звуков листвы. Они, наверное, есть. О! Вот это мне нравится уже звук. По-моему, он уже во что-то шпилит, наверное. Джойстик достал. Ладно. Оторвись ты уже от своего компьютера, сказала бабуля, наверное, про себя. Так, что-то у нас тут тихо сильно. Наверное, пойду в настройки посмотрю, что у нас со звуком. Я не слышу шума леса. Мне нужно слышать шум леса. Сейчас, минутку. Так, я вернулся. И знаете, что я узнал? Что вот это вот можно делать даже не возле домика. А это прикольно.
Прикольно. Вот это же мне нравится, когда есть такие возможности. Так, я стою на пне. Подождите, я тут пока искал настройки, нашел какой-то дневник. Листайте блокнот кнопками направления. Нажмите Escape, чтобы его закрыть. Ну, давайте посмотрим, что такое меню. Это задание наше. Чтобы увидеть его описание, найдите кемпинг «Солнечная бухта». Обязательно. Лимит веса 0,300. То, что я могу нести. Карта, это вот она. То, что мы смогли открыть. Я пока не могу найти кемпинги. Пожалуй, нужно осмотреться обязательно. И умения. Это наши прокачки. За каждый уровень вы получите одно очко навыков. Вам не напоминает это сбор значков из Cozy Grove? Мне очень сильно. Ладно, 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 все, мы блокнот с вами посмотрели, теперь можем отправляться дальше. Блокнот открывается кнопкой Escape. Спасибо, я знаю. Ну что, пошли искать солнечную бухту, она должна быть где-то рядом. На западе, сказали. Нажмите И, чтобы починить табличку, минус 3 дерева. У меня нет дерева, кстати. А дерево нужно собирать, мне кажется, да? Да, у меня есть плюс 3 дерева. И я могу теперь его починить. Ну, не прелесть ли? Друзья, ну не прелесть ли? Как легко все чинится. Нам еще не давали задания, а мы уже с вами начали чиниться. Еще и монетку подобрал. Пойду еще бревнышко подхвачу. Это можно рубить? У меня нет топора пока. Так, еще у меня есть. Ох, я могу прыгать еще. Что, меня не обучили? Не знаю пока. По-моему, громковато малость, мне кажется. Ну ладно. 15 опыта, грибок нашел, еще немножко древесины, цветочки нет, это пью. Позже я нашел бочку. Металл и ткань, но мы уже просто богаты. Смотри, сколько ресурсов уже отыскал прямо здесь, не выходя далеко. А это что, почтовый ящик? А что это такое 5? Что это такое 5? Я не знаю, что такое 5. Наверное, вещь какая-то интересная. Так, карты могу открыть сразу? Нет, прикиньте, все открывается через... Все открывается через блокнот. То есть вот так. Даже не так. А вот так. Ого, сколько листать нужно. Ну ладно. Нам вообще-то на запад. Пошли. Ускорения, я так понимаю, здесь нет. Нажмите... Потерялись, нажмите тап, откройте блокнот, посмотрите карту. А чё тап? А, вот карта как открывается. Не буквой М, а табом. Ну ладно, пусть табом открывается. Нам еще лучше. Ладно, пошли искать кемпинг. Схвай, хватит прохлаждаться, что-то пишется, кстати. Ивовый берег, солнечная бухта. Нам в солнечную бухту. Идем сюда. Ой, тут дерево рухнуло. Да, бабуля запустила свой парк, конечно. Нажмите Space, чтобы прыгнуть. А я хочу бревно что-то забрать, ну ладно. Мы, кстати... Спасибо. Невидимый голос. А, это наш герой сказал. Не за что, ответил наш герой. А прикольно. То есть это не только мы видим... Это слышит и наш главный герой. Понятно? Круто. Ладно, пошли дальше. Нам нужны инструменты, кстати. Сейчас я так наберу пока. Пока иду. Посмотрю, что тут у нас происходит. Я думаю, грибочки стоит собирать. Для чего-то они нужны. В любом случае. А плавать я умею? Да я отлично плаваю. Плюс еще деньги везде повсюду. Наверное, туристы, мне кажется. А это в инвентарь. Есть у меня отдельный инвентарь или нет? Пока все миленько. Он даже плавать умеет, представляете? Сейчас зайду сюда. Деньги нам точно понадобятся. Думаю, будем что-то покупать. Но вообще, меня интересуют, конечно, навыки. Которые у нас там. Тоже можно прокачивать. Вы выполнили задание. Солнечная бухта и получили... Одно очко опыта. Я нашел кемпинг. Надо добавить это на карту. Я помню эту штуку в лучшем состоянии. Посмотрим, что у меня получится сделать. Например, пару палаток или закусочную. Туристы будут куда более довольны. Найдите все кемпинги. Солнечная бухта. Встреча туристов 0. Но туристы есть, это хорошо. Будем искать. Ладно, пока что собираемся, что можно собрать. Кстати, мышки здесь нет вообще в игре. Нажмите, чтобы построить. Так, чтобы построить, нам нужно 3 ткани. Нам нужен стенд мороженого, металл, ткань, древесина. Фургончик с едой. Отдых, развлечения. Я, правда, не понимаю, что это такое, ну ладно. Пока что не понимаю. Что это за круг с камнями? Ладно, рыбачить мы тут будем. Солнечная бухта, встреча туристов 0. Кстати, в правом нижнем углу, это металл, по-моему.
Два металла, у меня металл один. Это ткань, да? Отлично. Пиво мне тоже нравится. В правом нижнем углу у нас опыт, кстати. Вот так мы будем прокачивать навыки. Тут я чуть не понял, что мне тут надо сделать. Две древесины, три ткани. Какой экипинг без палатки? Одна палатка, одно спальное место. Я думаю, после того, как мы поставим палатку, у нас появится первый турист, да? Давай попробуем. Три ткани есть? Есть. Давай. Бунгало. Деревянная хижина. А, это чтобы это сделать... Это нужно еще построить бунгало, деревянная хижина, да? Или что-то не понял. Ладно, сейчас мне расскажут. Подожди, давай задание, наверное, посмотрим. Как тут нам выйти быстро на задание? Это мои вещи. Лимит веса 90 часов. Слушайте, я уже не могу нести их. Мне надо их тратить. А, вот, смотрите. Наведите порядок в парке 2%. Бабуле тяжко работать в парке. Починим-ка таблички и заборы. Угу. Ищите этот кемпинг в юго-западном углу парка. Это мы сделали. Найдите все кемпинги, постройте, украсть их для туристов. Ясно, бабуля сказала, сделаем. Вот я не знаю, заборы, фонари относятся к заборам. А вдруг мне понадобится эта штука. Ладно, давайте сначала найдем все кемпинги. Правда, я все не унесу, это понятное дело. Все меньше и меньше сил у меня остается. Камень нам не нужен? Нет, камень нам не нужен. Древесина имеется. Хорошо. Опыт качается, пока мы с вами ищем эту штуку. Всякую, что плохо лежит. Я бы еще с пнями бы разобрался. Хорошо. Нажмите, чтобы подавать. А грибочки нам зачем? Наверное, чтобы не это... Не умереть с голоду. Вот это что такое? Два. Какие-то эти отметки. Наверное, они на карте как-то появляются. Это что такое? Нажмите, чтобы починить факел. Один металл. Тут у нас еще смена дня и ночи, так понимаю, будет. Но я починил факел. А зажечь надо? Нет. Он сам зажжется, я думаю, ночью. Так, еще нашел денег. Сейчас нам уровень, кстати, повысится. Совсем уже скоро. Я нашел еще один кемпинг. Второй уровень, вы получили 1 ОН. Западный залив. Встречно туристов 0. Ну, туристы у нас появятся тогда, когда появится этот... Как его? Палатки. Или еще что-нибудь. Пока что туристам думать не стоит. А мне надо как-то повысить этот, прокачать, нет? Каньон туда. Ну, в смысле, уровень прокачать. Западный залив, встречно туристов. Ну, давайте посмотрим, что здесь. А, вот как это строится. Для этой постройки нужно больше навыков. Сюда надо просто переходить, понятно? То есть ставим палатку. Но у меня задания не было, мне надо было просто починить. Ладно, давайте найдем сначала все кемпинги. Что у нас там с весом? Видите, у нас уже есть два кемпинга. Мы их с вами обозначили. Древесины мы еще, ну, 50% забили свой рюкзак. Давайте, наверное, сначала мы с вами хотя бы осмотримся. Сейчас пойдем к каньону. Интересно, враги здесь будут? Стоит ли опасаться нашей большой голове, что с нами что-то сделают? А быстрое перемещение, интересно, по карте. Просто если так будешь ходить от и до, то это займет много времени. Так, это что такое? Факел, металл. Ну, давай. Это идет обустройство мне в обустройство, нет? Сейчас посмотрю, как было. Нет, идет в обустройство. Фонари, факелы, видите, все идет. Западный каньон, мертвое озеро, западный залив. Ну, давайте вниз. Я думаю, кемпинг где-то там еще внизу остался. Это мертвое озеро? Я в него вступил. Какие будут после... Ох, тут металла сколько. Смотрите, тут залежи целые. Потерялись? Нажмите тап. Да нет, я не потерялся. Пиу-пиу. Так, металла набрали. Еще 10 опыта за каждое. Лодку сейчас отберем. Две ткани. Тут еще что-то лежит, нет? Колесо. Металл, древесина. Шикарно. Это я вышел сюда же, да? Сколько у меня металла? 4. Так, давайте построим, наверное, первую палатку, мне кажется. Давайте построим первую палатку. Наверное, самое время это сделать. И что-то мне хочется построить ее именно на этом. Там, где у нас был первый кемпинг. Начать с него. Так, не трогай пока фонарь. Давай построим первую палатку. Солнечная бухта. Отличное название, чтобы здесь что-нибудь разместить. Так, поехали. Палатка. Две древесины, три ткани. Это я себе могу позволить.
А, я еще должен размещать, да? А, я ее сам тащу. Ну и что тут делать? Что? И правда, задание не давали. Сейчас, наверное, настрою, а потом буду заново переигрывать все, да? Ну давай здесь на травке. Нормально, что? Разместил. Или не разместил? Блин, не разместил. Ну давай еще раз. Я ж не знаю, как размещать-то. Ну давай здесь вот тут прям в углу поставим. Вот тут, да. С видом на... Ну ладно, чтобы я их видел. Может там турист ноги будут торчать. Хоть увижу, что они у меня есть. Так, есть. Я поставил. Палатка разобрать. Можно убрать, если что. Можно все что угодно делать. Все, посмотрим. Как будто мышеловку поставил реально на туристов. Посмотрим, что это принесет. Есть у меня металл? Да, давай здесь починим, наверное, фонарь. Ночью здесь будет страшно, поэтому... Пусть он лучше будет. И давай отстроим, наверное, фонарь еще здесь. Как раз у меня два металла есть. Все равно я все с собой не утащу. А вещи, я думаю, попадаться будут. Всякие материалы у нас на острове. Все отлично. Давайте посмотрим нашу статистику. Люблю статистику. 8%. Порядок в парке, кемпинги ищем. Пошли дальше. Теперь давайте от нашей деревухи мы отправимся немножко на восток. Может даже на северо-восток. Вот еще фигня какая-то. Номер один. Чтобы не заблудиться. Там ящик вверху, смотрите. Металл и ткань. Слушайте, тут просто... залежи ткани и металла. Че бы мне нельзя рубить? А вот эту фигню можно убрать? Помни. Нажми Space, чтобы прыгнуть. Хорошо. Нет, это я так помню. Мне просто разрубить бы это. Ой, грибочек нашел. Это, наверное, еда, чтобы мы с вами... Блокнот открывается, кнопка, я понял. Я вижу ткань, подожди. Отлично. Камеру вращать нельзя. Как есть, так и есть. Все. Бабуля сидит, отдыхает. Ну, бабуля заслужила свой отдых. Свою пенсию. Сейчас я тут еще осмотрюсь. Вот этот я, по-моему, взял бочку, да? Да, эту бочку я, по-моему, взял. Дважды уже взять нельзя. Ну, пошли теперь через мост. Давайте на восток сходим. Запад мы проверили до упора. Посмотрим, что здесь. Грибочки. Так, починить могу? Думаю, да. Два? Нет. У вас недостаточно ресурсов. Да я сейчас разрыдаюсь. Здесь что-нибудь еще? Это что, письмо? Нет, это просто камень. Я думаю, наверх надо тоже сбираться, кстати, на вершины. Можно ли здесь разбиться или нет, не знаю. Так, я же, кстати, повысил уровень. Смотрите, тут там на вершинах тоже много чего интересного имеется. Ткань, металл. Могу починить фонарь. Вот я, правда, не знаю, стоит ли тратить ресурсы ценные на постройку вот этого. Ну, наверное, стоит. Так, давайте посмотрим. Прокачка уровня, минуточку. Так, продавайте свои ресурсы на любом рынке. Очки умений 2. Нумизмат, находите больше монет. Добывайте больше металла. Добывайте больше дерева. Находите больше грибов. А сколько у меня очков? 2 очка умений есть. Хорошо, картограф. На карте отображается больше элементов. Факел ночью светит ярче, освещает больше. Улучшенный обзор во время разведки. Спортсмен, быстрое перемещение, высокие прыжки. О, вот это, наверное, важно. Хотя важнее, наверное, торговец, мне кажется, ресурс. Ладно, возвращает ресурсы при разборе строений. Продает еду дороже. Может приносить больше ресурсов. Ладно, давай пока ничего не трогать. Пока я не нашел еще рынка. И не нашел других штуковин. Это можно подбирать. Пью-пью. Давайте сходим до упора вправо. Это что? У меня нет такого добра. Хотя, мне кажется, вот здесь вот есть. Кстати, вечер наступает. Ночью здесь не опасно. Вы нашли новый кемпинг. Одно очко. Ивовый берег. Отлично. И где ж тот кемпинг? А, он на горе находится, прикиньте. Вот сюда я уже не допрыгну, походу. Без помощи навыка. А зачем я там палатку поставил? Мне интересно.
Вот здесь, да. Вот теперь я уже здесь... А, нет, залез как-то. Нет, залез, нормально. Еще три грибка. Грибы, наверное, продавать можно, мне кажется. Вон там заборы пошли, внизу грибы. Но мы через тот проход выйдем с вами. Металл. Есть металл, пожалуйста. Одноместный уютный шатер. Одна палатка, одно спальное место. Шатер. Две ткани, три древесины. Ну, давай попробуем. Чтобы это не значило. Вот тут давай поставим. Или чуть дальше. Давай тут поставим. О, вот тут поставим. Вообще идеальное место. Может, туристы будут приходить. Есть, поставил, пожалуйста. Надо будет проверить свою мышеловку. Которую я там оставил. Слушай, этот фонарь, по-моему, не чинил. У меня факел? Реально факел. Металла тут меньше всего. Жаль тебя, конечно, чинить все, что ты находишь. Да, потому что... Тогда мы с вами процентовка будет, например, 98. Попробуй вспомнить, где ты факел пропустил. Лучше вот видишь его сразу, наверное, брать. Ну, в смысле, чинить. Не знаю, мне кажется, ночи здесь спокойные. Жалко, на лодку нельзя использовать лодку. Подожди. Я вижу ящик. Блин, ты там был и не взял ящик. Цыпленок, а ты когда летать научишься? У вас три новых навыка. Да я не знаю, на что тратить. Я ж не знаю, что меня там дальше ждет. Подожди. Металл и ткань, отлично. Так, разбиться нельзя. Линии здоровья нет, это хорошо. Что это такое вообще? Что это за столбы? А это куда меня ведет? На гору. Там вон монетка прям в лицо. Мне попало. Так, еще одна монетка. А мне спать не нужно там, я не знаю. Там вообще что-то зеленое. Ух ты. Светлячки ловить нужно, нет? Фига себе летают. Хоть бы он меня сам не поймал. Так, вижу еще дерево. Вижу колесо. Вижу грибы. Это не грибы, это пиво. Так, колесо это всегда металл. И всегда древесина. Вот здесь какой-то был гриб, когда я его сверху смотрел, или что-то типа того. Я нашел еще один кемпинг, Черная башня. Отлично. Так, готово. Есть что, чем поживиться. Башню восстанавливать, походу, надо, да? Да, нашел ящик. У вас перевес, постройте что-нибудь в лагерь. Слушайте, я уже не могу нести. Вот это дожили. Подожди, карту мне открой. Я уже открыл, блин, 30% карт. Нашел 4 кемпинга. Так, давай. Еда, барбекю, стенд с мороженым. Все любят мороженое. Получайте по одной монете за порцию. Сосиски, крылышки, говядина, рыба и овощи. Гриль по одной монете. Отдых, скамейка, костер. Костер нужен в каждом кемпинге, дарит тепло и радует глаз. Блин, надо было сразу это построить. Ладно. Это здесь, наверное. Построил. А как его зажечь? Нормально. Новый турист. Что там было написано, блин? Новый турист прибудет. Костры, короче, надо зажигать. Без костров у нас не получится. Ой, ужас какой. Так подожди, надо же лавочку тогда поставить какую-нибудь. Есть где посидеть один... кто? Турист пришел, смотрите, голова огромная внизу. Подожди, я лавочку поставлю, то обидится еще. Давай здесь на краю. С видом туда. Есть, я поставил. Здрасте. Нажмите, чтобы начать разговор. Кто-то храпит. Прикольно, так надо палатку поставить. Давай палатку поставим. Ткань есть, есть. Тащу, тащу. Давай тут. Старик, иди приляг, а? Черная башня, смотрите. Нет развлечений, нет еды. Ночью можно спать в пустых палатках. А турист бедный. Подождите. Теперь я могу взять ящик. Отлично. Так, ну давайте спать в пустых палатках. Я не пойду ночью по этой глуши блуждать. Вот что-то найдем. А это куда?
каньон. Так может у меня тут турист есть, может сразу поставим что-то из развлечений. А развлечения здесь фейерверки, радио. Радио что? Чего стоит? Один металл, два гриба. Фейерверки, 8 грибов. Ничего себе, 6 монет. У меня 8 монет всего. Качели, один металл. Рынок. Здесь продаются ресурсы, металл, древесина, бассейн. Небольшой бассейн для отдыха и плавания. Давай качелю сделаем, она дешевле всего. То есть еще размещать надо там, где нужно. Ну, давай здесь. Вот тут вот. Ну, правда, можно было бы ее разместить, конечно. Повернуть, например. О, можно вообще как угодно ставить. Блин, это уже... Это круто. Это реально круто. Все, теперь надо с еды что-то поставить, чтобы можно было здесь барбекю какой-то сделать. Ткань, древесина, металл, стенд с мороженым. Давайте вот это, оно дешевле пока что. Ну, я думаю, по центру сейчас поставим, прямо возле костра. Вот здесь ставь. Да, вот так вот, да. Все, я поставил, смотрите, черная башня полностью закрыта. Новый турист прибудет. Ё-моё, так а мне надо палатки успевать строить или что мне надо? Ладно, давайте я тут просплюсь сейчас. Все-таки спать, наверное, нужно, может, я буду утомляться. Кстати, как игра сохраняется? Наверное, автоматически. Ух, тут кто-то стоит. Какое прекрасное место. А ты знал про черную башню? Вернее, ты знал, что черную башню построил король Робин II? Я этого не знал. В начале башня несколько лет была заброшена. Почему? Король внезапно понял, что башня в этом месте бесполезна. Вот как. Бывает. Пью. Я, кстати, с ним поговорил, и все, он ушел. Привет, с тобой. Ты в этом парке главный? Вроде того. У тебя хорошо получается. Спасибо. А тут можно есть, да? Собрать монету. А, я теперь могу забирать деньги. Слышите, это теперь бизнес у меня. Только где будет спать второй турист? А костер как? Повернуть, разместить, разжечь. Они сами разожгут его? Он не сгораемый у нас? Не знаю. Смотрите, тут есть намек на то, чтобы я сделал еще кое-чего. Черную башню, встреча на туристов 2. А чё, костер потух? Ладно, не уходите, эй, не уходите. А, они не уходят, нормально. Сейчас я построю еще одну. Одноместный уютный шахтер, одно место, одно палатное место. Три ткани. Тут две ткани, три. Ну, давай вот это поставим, я не знаю. Будет кто-то спать здесь, не будет. Я тащу это вот сюда. Кстати, небольшой очень размер. Сколько туристов? 2 максимум, наверное, может быть, да? Давай, вот здесь он мешать не будет. Все, я вам поставил, можете еще спать дальше. Надеюсь, третьего не приведете. Так, отдых, развлечения, качели. Но это дороговато. Гриб, металл. 2 гриба. Давай, 2 гриба. Ё-моё, тут вообще музыка играет. И модно, между прочим. Смотри, сидишь на лавочке и слушаешь магнитофон. Слушай, еще и 2 украшения требуют. А для чего это? Украшение это вот. Факел требует, чтобы было светлее. Один металл, 2 грибка, древесина, горшок с цветами, пальма. Забор. Ну, зачем вам забор? Чего вы боитесь? Тут неудобно строить. Слушайте, ну постройка есть, конечно. Можно мне что-нибудь поесть? Да, пожалуйста. Так, ну тут давай. Как это все... Ой, так я ж управляюсь тоже. Ой. О. О, да. В некоторых постройках кемпинга можно найти монет. В смысле? Здесь, что ли? О, книга какая-то, слышите? Реально в башне лежит что-то. Самоцвет черной башни. Кто оставил здесь эту книгу? Нажмите, чтобы прочитать. Самоцвет черной башни. Сможете ли вы принять верное решение и найти прекрасный самоцвет черной башни? Интригует. Стань героем всего за 1 монету. Непременно, не монеты... Не, монеты нужнее. Вы странствуете в поиске самоцвета черной башни. Минус 1 монет. После долгих скитаний вы находите заветную башню. Прежде чем войти, вы пьете зелье силы. Вы делаете факел, зажигаете его. Вы входите в башню. Дверь за...
А, тут надо выбирать вариант. Дверь за вами закрывается, вас окружает непроглядная тьма. Дальше идти невозможно. Вот бы у вас был факел, вы проиграли. Я не знал вообще, что это выбор. Это текстовый квест, оказывается. Давайте еще попробуем. Давай. А, этот выбор. Ну давай, еще одну монету, не жалко. Сейчас просру все. И бабушкину пенсию в том числе. Вы странствуете в поиске самоцвета черной башни. После долгих скитаний вы находите заветную башню. Прежде чем войти, вы пьете зелье силы. Факел делаем. Вы открываете старую дубовую дверь и входите в башню. В густой тьме вы различаете перед собой две лестницы. Вы идете по лестнице вверх, вы идете по лестнице вниз. Я вверх иду. Вы достигаете вершины башни. Оттуда открывается прекрасный вид, вы решаете отдохнуть. Вы задумываетесь о своей жизни. В чем смысл всего этого? Вы решаете оставить эту бесполезную затею. Вы проиграли. Слушайте, реально развод на деньги? Давай еще раз. Последняя монета. Вы странствуете в поиске самоцвета черной башни. После долгих скитаний вы находите, прежде чем войти, вы делаете факел, зажигаете его. Так, теперь вниз надо идти. Вниз идем по лестнице. Наконец, перед вами открывается зловещий склеп. У вас предчувствие, что в этом месте полно ловушек. Вы как можно тише проникаете в склеп, уберете камень и бросаете в темноту. Давайте потише. Вы видите огромного тролля, спящего на полу. В одной руке у него громадный молот, а в другой плюшевый мишка. Мило. Вы пытаетесь тихо покинуть помещение, вы очень осторожно приближаетесь к нему. Давайте к нему подойдем. Вы стараетесь не дышать, шагаете на цыпочках. Подойдя, вы замечаете, что у тролля из кармана торчит бумажник. А, я думал, бумажник. Ха-ха, бумажка. Вы берете ее. Я беру ее. Там написано: зеленый камень — это ключ. Тут храп тролля затихает. Вы поете колыбельный, вы замираете на месте. Замираем на месте. Тролль открывает один глаз и видит вас. Он просыпается и прибивает вас своим молотом. Вы проиграли. Да ладно, стоять нельзя, запомню. Попробовать снова. У вас три он, потратить их на изучение новых на. Да какой три он? Мне тут надо, блин, это. Сейчас деньги соберу. Точно сейчас бабушкину пенсию просажу. Так, деньги давайте. Деньги давайте, тут азартные игры пошли. Все, нафиг эти кемпинги, нафиг эту стройку. Нафиг все, я буду играть на деньги. Давайте дальше. Так, тролль надо было колебельную, блин. Колебельную песню спеть надо было. Да я не могу залезть. Дайте мне сыграть в этот игровой автомат. Слушайте, затягивайте, я вам скажу. Подожди, давай еще раз. Там еда есть, там автоматическая загрузка. Давай. Вы видите огромного тролля, спящего на полу. О, тут сохранение еще есть. В одной руке у него громадный молот, а в другой плюшевый мишка. Вы очень осторожно приближаетесь, вы стараетесь не дышать, шагаете на цыпочках, вы замечаете, карман бумажка. Берем бумажку, там написано: зеленый камень — это ключ. Тут храп тролля затихает, и я пою колыбельную. Тролль поворачивается на бок и снова начинает храпеть. Выдохнув, вы продолжаете идти по загадочному склепу. Через несколько минут вы достигаете зала. В воздухе ощущается сырость и затхлость. Отовсюду доносятся странные звуки. Тут вы чувствуете, как что-то касается вашей ноги. Это тонкая веревка. Тут надо прыгать в сторону. Прыгай в сторону. Слишком поздно. Ворота закрываются прямо у вас перед носом. Теперь туда не пройти. Звуки становятся громче и приближаются. Увидите дыру под воротами. Но она слишком узка для вас. Вы раскапываете землю руками, но слишком медленно. Звуки становятся узнаваемыми. Это шаги, много шагов. Вы паникует. Тролль, что ли? Надо копать быстрее, скорее. Мне нужен инструмент. Неподалеку вроде была стройплощадка. Там должна быть лопата. Надо срочно ее найти. Настоящее приключение. Блин, это жесть вообще, слышите? Какая лопата? Где мне ее найти? Что за лопата? На что я монетки тратил-то? Так а что, я без лопаты не войду дальше, что ли? Так это ж книга. Вот дают. Какая стройплощадка? Что за просто стройплощадка? Мне срочно нужна лопата. Слушайте, так это каждый кемпинг, наверное, хранит столько секретов, да? Подожди, тут еще у меня одно украшение требует. Давай, наверное, поставим. Ну, ворота металла у меня нет, извините. Горшок с цветами. Гирлянда. Да, гирлянду поставим. Тут поставим. Над костром. Можно жарить дичь, если что. О, да.
5 опытов, получим 4 уровень, мы получили 2 он. Он, хорошо. Черная башня построена, галочка стоит. Смотрите, в некоторых постройках кемпинга можно найти сокровища. Я не понял, а что за лопата? То есть я найду лопату и могу дальше проходить этот квест прекрасный, да? О, забор, 3 дерева. Я починил. Я молодец, там еще ветка лежит, смотрите. О, монетка. Так, что вот это такое? 2, 4. Тут ветка. Так, это чинить не надо. Там, кстати, мертвое озеро. Вон там гриб. А это что у нас? Это тоже кемпинг, да? Ого, 2 металла. Ого, еще 2 металла. Но ветряк, по-моему, рабочий. Его не надо чинить. Тут гриб. Ну, давай упадем. И тут еще тоже что-то есть. А это вообще-то этот. Фонарь. Слушай, а нам фонарь, наверное, тоже нужен для книги, наверное. Вот мне кажется, что нужен. Вот реально нужен. Если что, надо запомнить, где фонарь находится. Нас отправили за лопатой, но фонарь находится здесь. А здесь это где? Здесь это находимся мы... А где мы находимся? Слушай, черную башню отстроил. Быстро же я это сделал. А чё меня нет на карте? А фиг его знает, где я нахожусь. Слушайте, на карте ж я не отображен. Надо как-то запомнить от кемпинга черная башня. Ближе всего идти. Да? Да, от кемпинга черная башня, самое оно. Так, хорошо, пошли тогда обустроим остальных. Остальные кемпинги. Оказывается, мы умеем это делать. Смотря сколько людей, конечно, там должно поселиться. А как мне строить бунгало? Или еще там чего поболее? Что у меня с весом? Вес скоро не понесу, не потащу. Поэтому... Торговец я не продавал еще. Открываем новые постройки. Вот это, смотрите, я могу новые постройки открыть. Ну, давайте посмотрим требования других... О-о, Фифи, привет. Допустим, я хочу на черепашью скалу. Ну, знаешь. Пофоткаться для Инстаграма. Как быстрее всего туда попасть? Можешь идти вдоль утесов. На южном склоне черепашьей скалы. Или воспользуйся фуникулером. На северном склоне. Спасибо. Пожалуйста. Пока читал карту, кто-то напал на меня. Чего? Так, тут я был, подождите. Это ж я починил, да? Что-то я уже, наверное... Да я знаю, что они у меня есть. Я просто не знаю, зачем они мне нужны пока что. Но вот тут я не был. Тут я наверх, например, не поднимался. Ладно, давайте найдем какой-то другой кемпинг. Кстати, ящик я, по-моему, проверял, да. И это куда ведет дорога? К ящику. Я скоро не влезет эти предметы. Тут, кстати, можно починить. Починил. Еще что-нибудь. Ивовый берег. Всего туристов 0. Ну, мы тут с вами были. Мы тут даже палатку поставили. Так, давайте начнем. Начнем с костра, я думаю. Еда, костер. Всего одна древесина. Ну, костер, понятно, сюда, чтобы в камнях был. Зажигаем. Все, я разжег. Один турист скоро прибудет. Всего может быть один турист. Да? Или... Ну ладно. Давай построим еду. Стенд с мороженым. Короче, давайте разблокируем эту... возможность строить больше. 3 очка. Нормально. Да. Я получил этот навык. У меня 2 очка у меня еще есть. Теперь я могу строить... Пиу-пиу. Все, я открыл все. Ух ты, так и все открыл. Какая простая игра. Я думал, это мы долго будем с вами открывать. Как Кози Гроу, 3 месяца. 1 гриб, 2 металла, 4 древесины. 1 гриб, 2 металла, 4 древесины. Одноместная. А тут сколько, интересно, помещается людей. Тут 2 металла жирноват, конечно, будет. Лучше ткань тратить. Мне тоже немного, конечно.
Подожди, сколько людей здесь должно жить? Не знаю, но мне что-то с еды надо поставить. Давай еду сначала обеспечим. Фургончик с едой, 6 металла. 4 металла, да вы с ума сошли. Стенд с мороженым. 2 металла. Барбекюшница вообще простая. Ну давай стенд с мороженым поставим. Поставил. И развлечение. Колесо обозрения, 11 металла. 6 монет, 8 грибов. Радио ставить. Рынок, бассейн, 2 металла. Давай бассейн поставим. О, пришел заяц какой-то, блин. Ого, тут место. Да нет, тут места дофига. Давай бассейн на краю поставим. Экстремально будет. У нас развлечение. Все, я поставил. Один турист есть, вот он. Или мышь, или заяц, или тушканчик. Ты когда-нибудь слышал о легенде о долине? Нет. Говорят, там спрятаны сокровища. Сокровища? Дай мне 10 монет и расскажи тебе больше. Хорошо, я хотел бы отправиться на поиски сокровищ. 10 монет? Это слишком дорого. Откуда мне вообще знать, что ты расскажешь что-то важное? Хорошо, 8 монет. Все равно дорого, у меня 7 есть. Я проигрался недавно по соседству. Хорошо, тогда никогда не найдешь их. Может быть, этих сокровищ вообще нет. Ты никогда не узнаешь. Купи, ты мороженое купился, купил, сейчас тебе дам 8 монет. О, есть. Ну, давай, пошли, блин. 8 монет сейчас сажу. Все, Ивовый берег нам... А что нам не засчитали, Ивовый берег? А, тут, короче, сколько спальных мест, только и... стоять. Так, их, ладно, давай. Сначала я хочу получить свои 10 монет. Ты сказал 8. Нет, 10. Забудь. Хорошо, пока. Слушайте, уже где? Ивовый то... О, прибудет уже. Слушайте, уже надо успевать делать. Пипец. Пипец. Ладно, давай еще одного построим. Давай их расселим. Он пришел какой-то шапки, мексиканец. Давай сюда его, куда-то вот сюда. Вот. Или хиппи. Или Боб Марли. Так, давай так. Давай туда его лицом туда. На Кенни похож. Все, один есть. Спать есть теперь. Где? Привет. У тебя есть пару монеток для меня? Здорово. Это ты кемпингом занимаешься? Вроде того. Хорошее выбрал место. Здесь так красиво. Спасибо. Моя оценка 4 звезды. Класс. Из 10. Воу. Уже не так лестно. Как мне улучшить оценку? Пинбол. Ох, можно. Тут обязательно должен быть пейнтбол. Тут же есть где еще расслабиться, верно? Ну да, я подумаю об этом. Слышите, уже заказы делают. Пейнтбол. Слышите, еще одну монетку, и я могу отправиться в путешествие. Пейнтбол. Ты тебе спальное место дал? Дал. Чуть еще от меня надо. Скамейка, пляжный зонт могу поставить. Только тут, блин, костер. Стол для пикника, металл. Пляжный зонт. Развлечение пейнтбола. Тут нет пейнтбола. Нету реально. А что такое? Пергола, ткань. От солнца в знойный день, да? Ого, размер. Дешево поставлю-то. Тут? Давай тут поставлю. Я, короче, поставил. О, в бассейн залез. Слышите, нормально себя чувствует. Тут все себя нормально чувствуют, кроме меня. Так... Скамейка, костер. О, 10-я монета пришла. Сейчас. Стол для пикника. Слушай, тут самое лучшее обустройство, по-моему, будет. А тут можно поставить под этим? Ой, прелесть просто. Так, еще поставить какую-то закусочную. И все, и тут готово все будет. Еда, я ничего не поставлю. Мне не хватает металла. Ай-яй-яй, это плохо. Так. Ну что, у меня здесь монет, давайте их просадим. Если там будет тоже такой текстовый квест, то нам конец. Слышь, выползай, ухох. Нажмите, чтобы внести изменения. Слышишь ты, ушастый. Я 10 монет принес. Я была сегодня на пляже, вода потрясающая. Пью. Я хочу что-нибудь съесть. Слышь, я уже нельзя сыграть. Стой, я же 10 монет собрал. Блин, он больше не общается со мной. Так что это временно или попозже заходить? Пора отдыхать. Во дела. Ладно, этот кемпинг не закончил.
Металла не хватило одной штучки. Это Ивовый берег, да? Или как это называется? А можно мышкой здесь? Нельзя мышкой работать. Подожди, можно работать стрелочками. Тут, наверное, геймпадом. Для геймпада заточено, скорее всего. Короче, быстрые перемещения, думаю, здесь доступны. Сейчас я пойду, наверное, вниз спущусь. Вон я уже вижу грибок. Вот, у меня два кемпинга, я их полностью отстроил. Чё? Подуть? А, еще и дуть можно. На одуванчике дуть можно. Может, и хорошо, что я 10 монет не спустил. Что-то у меня такое ощущение, что меня там бы тоже кинули. Ну все, здесь я уже был. Мне бы еще один металл найти, чтобы закончить этот кемпинг. Было бы вообще хорошо. А ресурсы тут ограничены. Вообще-то надо навык брать, да? Чтобы находить больше металла, больше этого. Наверное, надо посмотреть навык. Как по мне, уже, наверное, поздно. Больше монет, больше металл. Давай, кузнец, блин. Да, я нашел больше металла. Самое время. Дерева мне хватает, ткани бы побольше еще. А ткани нет, смотрите. Улучшенный обзор во время разведки. Возвращается, продает еду дороже. Кстати, шеф-повар тоже хорошая вещь, между прочим. Можно больше монет зашибать. Вот, кстати, вот мои ребята. Сколько монет они мне принесли? 6 монет! Это бизнес просто крутейший. Блин, так я пропустил то, что ли, событие или нет? Не знаю. Сначала одно говорил, потом вообще ничего не говорил. Кстати, что с этим делать? А, я подобрал металл. А что с этим не получается ничего? Все, у меня металл есть, сейчас можем закончить кемпинг. Второй, между прочим. Еще... Ох, это башня. Эти азартные игры. Так, я иду. Тут все рядом, смотрите. Я решил обустроить не... Самые первые два кемпинга, которые с той стороны на западе, а именно на востоке два решил обустроить. Кстати, бег надо тоже прокачать, все-таки долговато тут ходить. Так, а что я не попал к себе в кемпинг? Потому что пошел не по той дороге, да? Сейчас пойдем по той дороге. Ну что, заяц, ты не передумал? Кстати, сколько тут денег у меня? Ой, у меня уже 20 монет. Здесь должны быть американские горки. Отсюда вот до тех пор. За них бы я накинул звезду другую. Это слегка за пределом нашего бюджета. Пора отдыхать. Где кролик? А кролик все купается. Или тушканчик, кто он там, блин? Я была сегодня на пляже. Вода под... Слушайте, больше нельзя. Больше нельзя. Ладно, заканчиваем кемпинг. Путешествие не удалось. Так, ну это несправедливо, по-моему. Барбекюшницу можно поставить еще здесь. Ну, вот тут сейчас задвину. Нет, так, чтобы я мог ее подойти и деньги собрать. Все. Ивовый берег построен. Закрытая тема. Это мы на самом краю. Ну, те два надо было строить. Не знаю. Ну, хотя бы два закрыл. А что, по два туриста максимум, да? Странно, что этот больше мне не дает задание. 10 разозлилось, что ли? Да, походу, да. Походу, надо сразу задание брать. Пошли еще на север чуть-чуть пройдемся. Ресурсов на два кемпинга мне еще не хватит. Это точно, нужно металла. Но металла у меня теперь будет больше выпадать, конечно. Сейчас посмотрим, что тут еще за залив. Что это такое? Грибы. Грибы тоже, кстати, расходуются нормально. Подожди, там точно ничего больше не было.
Топор нужен. А топор это стройка какая-то рядом должна была быть. Или я что-то не понял? Будем смотреть. Так, пошли светлячки. Мне предлагают вздремнуть. У меня типа факел с собой. О, я взял светлячка. Слышите, все-таки его можно схватить. Все-таки можно. Так, я вижу сундук. В сундуке металл. А металл это круто. И где больше металла у меня? Как был плюс один, так и остался. На что я потратил навык. Я реально думал, по два будет выпадать. Так, вижу гриб. Это не гриб. Где мы? Чуть-чуть выше, видите, пошли. Исследуя карту. Стой, стой. Есть еще один светлячок. Вот, горит, видите, в ночное время. Это просто светильник. Я не думаю, что это нам нужно будет подбирать. Как фонарь обычный, или как факел, который в лесу находится. Тут еще и не выйдешь, смотрите, какие-то горы. Монетку нашел. Хотя мне этих монеток, после того, как я наладил торговые точки. Блин, эта книга мне покой не дает. А бабочек надо ловить? Нет, просто пью-пью. Так, все, надо выбираться, причем быстро. Темнотища-то какая. Так, это на каньон, да, видать, ведет. Да, каньон, Мертвое озеро, Черная башня. Что я взял? А, я дунул просто. 15 опыта за 3 древесины. Сколько у меня вес? Вес какой? Еще есть, все нормально. На пока хватит. О, тут можно что-то починить. У меня есть металл. У меня нет металла. Я не смогу это починить. Это что? Включил. А, светлячки вот для этого нужны. Чтобы засовывать их специальные эти фонари. Представляете? Отлично. Одного засунул, один вернул. Да, ночью тут плоховато видно. Еще 3 древесинки. Это разбиться можно. По-моему, там еще один лагерь. По-моему, да. Так, металл нашел. Я увеличение металла что-то не увидел. Не знаю. Может, он другим способом еще как-то попадается и добывается. А вот тут нужен навык прыгать выше. Возьмем. Новые постройки я открыл, больше монет, ладно, мне не нужны, больше дерев пока тоже. Улучшенный обзор во время разведки, возвращает ресурсы, вот, 3 нужно. Это нереально. А тут постройка, какая-то стена. А, это стройка, здесь наверное, этот есть, этот, блин, как его, сейчас включу. Свет. Правда, они еле светят, эти факелы. Там внизу забор поломанный. Вот тут должен быть молот где-то, мне кажется. Это тут стройка или нет? Или тут... Нет, это, наверное, поломка какая-то просто. Ну, не знаю, интересно. Потом починим. Или посмотрим, или не знаю, что это такое. Так, тут забор обвалился. Главное не упасть вниз. Упасть мы всегда успеем. Там синий гриб, по-моему. Или что-то такое, синий инструмент. Нет, синий гриб. Там, по-моему, светлячок. Который улетел. Еще попробую поймать этого зверя.
Да, он не подойдет сюда. Он сюда не подойдет. Ну и ладно. Нафиг с тобой. Я не буду падать вниз. Ой, блин, он за мной пошел. Да чтоб тебя, почти схватил же ж уже. Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Так, я на каком-то пляже. Я взял два металла с бочек. Наверное, вот это дает плюс два металла. Или там столько и давали. Где я? Что это за прекрасное место? Что я здесь делаю? О, грибок, подождите. Скоро я не смогу уже ничего нести. Да? 207, ну еще могу. Это елочка, это елочка. Я тебя достану, зараза. Или нет? Иди сюда. Я застрял. Короче, тут ночью в елке врезаешься, все насытим. Да стой же. Все, он улетел. Это не... Ай, это ничья. А как я тебя, интересно, заловил? Есть. Я сказал, что ты от меня не уйдешь. Прирожденный охотник. Так, у нас уже нет веса. В смысле, носить не могу. Может, все-таки давайте, наверное, вернемся. Ну ладно, давайте сейчас преодолею мост. Да возле него бегаю. Я никак не могу преодолеть. Тут ничего-то, собственно, и нет особо, наверное. Кроме пиу-пиу. О, я нашел еще один лагерь. Или это наш знакомый лагерь? А, это наш знакомый лагерь, все понял. Это просто мы наверх не заползали. Ну да. И система мостов тоже нам знакома. 5 опыта. Все, этот ящик мы вскрывали. Ладно. Я надеюсь, туристов кормить не нужно. Еду им не надо подвозить. Сейчас посмотрим, что можно сделать с этим кемпингом. Западный залив. Нет, это новый. Нет, не новый. У нас был уже. Ладно, давай костер. Костер это основное. Неровненько. Ну все, кто-то придет, наверное, когда-нибудь. Спальные места. Одноместные. Ну, требований не было, по крайней мере. Вот, любимое время суток. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты тоже здесь отдыхаешь? И не, я тут за главного. Воу, должен сказать, у тебя все прекрасно получается. Ну, не знаю. Я тут недавно. Пока еще осваиваюсь. Не переживай, все будет путем. Надо передохнуть слегка. Это сейчас мы тебе организуем палатку. Ну, не знаю, я поставил бы хижину, но три металла. Давайте одну хижину поставим. Сейчас я найду металл где-нибудь. Это может быть и сложным. Но я постараюсь. Обычно тут лодку может выбросить или еще чего-нибудь. Ну, я ж надеюсь, ты не утонешь, да? Наверное, не стоит. А потом обратно плыть 2 часа. Подожди. Это нам стоит зажигать? Или трогать? Или разобрать на металл? Нет, не дают. Ну, ладно. Ладно. Пошли дальше. Пошли дальше, нам надо еще мета. Хочу построить нормальный дом для них. Огроменный. Я не знаю, засчитает ли это мне одну, как бы, не знаю, за 2, может быть, сразу засчитает, нет? А хотелось бы. Держись. Я не знаю, что это за животное, но держись. Я ищу металл. Вообще-то надо рынок поставить, наверное, чтобы торговать, мне кажется. Деньги-то есть, а вот металл, я думаю, здесь не вечный.
Так, это я нашел. Уровень 5. Западный залив, черепашья скала. Черная башня, черепашья скала, каньон. Ну, каньон я еще не дошел. Или дошел. Где я вообще? Блин, тут же хожу. Мне, блин, чуть-чуть металла бы, чуть-чуть. Это я уже вхожу, наверное, в новую часть карты. Ё-моё, тут страшно. Подожди, колесо схвачу. Колесо схвачу и назад. Ну его нафиг, я туда не пойду. Короче, мне, наверное, важнее рынок поставить, чем, наверное, дом. Чтобы научиться торговать, наконец-то. Там вообще жуть творится какая-то, вы слышали? Там бой ветров. И, возможно, опасность. Где я? Нет, все нормально. Западный залив. Правда, вот чуваку спать негде. Ну, что я могу сделать? Как по мне, мне нужен рынок вообще-то. Рынок строится из 5 металла. И 30 монет. Слушайте, это дороговато. Идем. Что идем? Слушай, я тебе палатку одну поставлю, окей? Тут, чтобы ты мог спать. Вот эту. Ты ж не против будешь? Она небольшая. Мне тут не хватает доступа. Держи. Эй, доступ есть, не уходи. Ну куда ты? Как вообще дела? Неплохо. А, он не обиделся, все нормально. У вас трион. Откуда у меня трион взялось? Блин, 3 очка умения. Просто мне 2 дают за повышение. 2 дают за повышение уровня. Ой, тут взять там уже нечего. Больше ресурсов не страшно, шеф-повар дороже, это больше денег. Возвращает, я не разбираю. Быстрое перемещение, вот это. Но я не встречал таких больших проблемных мест, куда я не мог допрыгнуть. Ладно, пошли соберем дань. Я думаю, нам надо по каждому, на каждом участке, чтобы было по туристу, мне кажется. Там минимум. Вот эти скалы встречаются, разрушенные крепости вот эти какие-то. Явно что-то тут нечистое. Так, моя первая это, где она? Здесь же была, да? Нет, здесь я бревно нашел. Подожди, где ж моя? А, внизу, сейчас, подожди, там. Так, правее. Там тоже надо хотя бы одного туриста завлечь, чтобы он туда пришел. И вообще рынок надо построить. 5 металла, чтобы хоть где-то рынок работал у нас. Иначе попадем, мы чувствуем, в невеселую ситуацию. Я, кстати, тут поставил уже все, пожалуйста. Костра только нет. У нас костра и начинать было все это дело. Ну все, ждем туристов. Зажигай. Новый турист прибудет, солнечная бухта. Место есть. Жратвы нет, конечно. Но тут ткань нужна. Ткани вообще нет, нифига. Ткань даже нельзя улучшить. Так, подождите. Я здесь, здесь, здесь. Ну, в принципе, можно выходить выше. Сейчас я пойду деньги соберу. Тут, кстати, все по дорожкам, если ходить. Кстати, к бабуле надо подойти, тут прыгать надо. А вот недостроено, это что такое у нас тут? Не тут что-то интересное. О, монету. Ага. А я тут, кстати, не был, смотрите. Металл. Один. Вот тут нужен прыжок суперский, который. Тот, который нас вынесет вперед. И вверх. Так, это я уже в деревню к себе пришел. Тут я не гулял, по-моему.
Да, тут у меня вот грибы есть. Неосмотренные. Тут я не гулял, кстати. А еще знакомый дом. Подожди, это моя деревня. А что тогда было? Бабуля, у тебя нет там молотка какого-то? Ты справишься, Флинн. Наслаждайся прогулкой. Спасибо, бабуля. Дай я тебе хоть ведро сопру. Где же еще взять ресурсы, как не у родной бабушки-то? Спереть ведро. Бабуля, еще что-нибудь есть? Там грабли. Пенсию где хранишь, а? Ты там подсел на игру одну. Номер 5. Мы были? Сложно сказать. Не, были, я помню. Поэтому по вот этому камню точно помню. Чё он охает или она? Чего это она? Так, а ну, я бегу, сейчас узнаю, что ты охаешь. Сейчас соберу деньги, кстати. Посмотрю, сколько вы мне там денег надо. Нормально. У меня на сколько? 30 и сколько там мет... Слушайте, она больше со мной не общается. Здесь монет не хочет брать. Походу, это один раз можно только. Ну, это нечестно. У меня уже есть все. Кстати, я собрал нужное количество. Где моя еда? Здесь довольно мило. Ну, нормально. Странно. То есть можно один раз, да, отказаться? Отказываешься один раз, и все, и ты в пролете. Ладно, побежали. Я сейчас думаю, нам в каньон надо вломиться. Это, наверное, вторая часть нашей карты. В любом случае, нам надо организовать рынок. Это, наверное, важнее, чем домик. Скорее всего. Да, вот тут бы, если бы мог прыгать, сейчас бы запрыгнул, мне не пришлось бы оббегать. Но 3 очка навыка тратить, в принципе, дороговато. А можно как-то проникнуть в башню? Вы никак, там небезопасно. Говорят, где-то есть башня, в которой спрятан драгоценный самоцвет. Но вряд ли когда-нибудь его найду. Я так с башней не понял, если честно. Какой-то топор или молоток надо найти. А где делся еще один турист? Ладно, неважно. Так я не пойму, башня все, вопрос тоже закрыт или что? У меня не было молотка? Или как это понять? Этот турист пришел, я ушел. Шаги приближаются, надо копать быстрее. Чтобы пролезть под решеткой, надо там что-нибудь найти. Но нет у меня чем копать. Слушайте, а квесты, задания у меня вообще обновляются? А, нет, все как было, так и есть. Найдите кемпинги и наведите порядок. Привет. Как тебе парк? Очень даже. Нажми. Понятно. Музыка играет. Да еще ничего, парк. У вас самый лучший оказался. Из всех четверых, что я нашел. Сейчас пойду в каньон, посмотрю. Или куда иду, не знаю. Какую-то гору сбираюсь. О, дерево. Похоже, тут случился оползень. Если я хочу попасть на черепашью скалу, не придется искать другой путь. Тут еще и секреты, слушайте. Еще и секреты свои какие-то. Хочу, не хочу, оползень, другой путь. Нормально. То есть не все кемпинги откроются сразу. Надо еще пострадать чуть-чуть будет. Ну, как куда же без этого. Подожди, какая-то стена. Короче, мне надо... Главное не зависнуть, конечно. Слушай, я не знаю, как игра сохраняется, это во-первых. Тут надо дунуть. Нет, дунуть не получилось. Короче, по этим камням можно ориентироваться, где ты был, где ты не был, понятно? А так тебе просто никто не скажет, где ты находишься. И на карте не отмечено, где ты находишься. В этом-то и фишка, что придется блуждать. Сколько у меня металла? Как мне посмотреть мои ресурсы? Не совсем удобное меню, конечно, сделано, но она под геймпад, конечно, заточена. Металла у меня 5, да? Да, у меня 5 металла. Что это я тут делаю?
пошли построим рынок, и тогда наши вопросы, наверное, решены, потому что у нас бесконечный запас денег, благодаря туристам. Если мы настроим 4 лагеря хотя бы, если мы это сделаем, тут я был ночью, но тут ничего нет, да. Какие-то крепости. О, тут что-то есть интересное, смотрите, скрытое. По-моему, это еще один кемпинг скрытый. Или нет? Я не знаю, сейчас посмотрим. Что это такое у вас тут? Лопату нашел! Мы можем копать! Вот где стройка-то была. Блин, я ее издали не увидел. Так. О! Это мне пригодится, чтобы найти самоцвет в башне. Замечательно. Есть, нашел. Так, монету нашел. Давай это все разберем, а? А кирка? А кирка? Ну как не взять кирку? Слушай, если попробуй попади еще. Где-то в центре карты, фиг знает где. Что это за место? Я не знаю, где я нахожусь. Блин, это ж надо перевес заработал. Тут такое дерево есть, я перевес заработал. Сейчас бы вспомнить, где это находится место. Что это такое вообще? Где я вообще? А, вижу лагерь. Я иду. Это металл? Это не лагерь. Под мостом. Сейчас пойдем. Сейчас. Я хочу построить что-то. Ну не что-то, а рынок хочу построить. Самый настоящий рынок. Блин, где я вообще? А, я вышел, прошел я тут лагерь уже. Но я туда не вернусь, кстати. Там кирка еще лежит, но меня ее никто не требовал, поэтому пока что ее может и не взять. А где туристы? Почему здесь турист? О, вон ходит какой-то. Эй! Привет. Подожди. Добро пожаловать в парк. Спасибо, мне здесь нравится. Завтра я хочу увидеть каньон, ведущий к желтым полям. Это очень красивое место. Как туда попасть? Просто иди на север, скоро увидишь. В смысле завтра? Я проголодался. Ну вот здесь даже негде поесть. Сейчас будет. Я думаю, сейчас поставлю рынок, и все у тебя будет. Давай. Рынок тогда здесь поставлю. Проще добираться просто. Нет, рынок это отдых. Развлечение это рынок. Рынок, мне нужно две ткани. Это ужас какой. Ладно, давай барбекю пока поставим. Ткань, древесина, металл, ткань. Два металла. Стенд с мороженым, барбекю. Блин, давай ставить, иначе они меня сожрут. Металла опять не хватает. На тебе, прям на пляже тебе. На тебе. Нормально? Угу. И что тебе не хватает? Отдыха. Пляжный зонтик, скамейка, две древесины, костер. Не, давай скамейку. Скамейку на пляжике, эти сейчас я размещу, разверну. На тебе, смотри, любуйся закатом, все. Все условия есть. Все это все так здорово. Новый турист прибудет в солнечное... Замечательное место ему надо поставить. Спальное. Ай... Потушить костер, не надо ничего тушить. Спальное место. У меня не хватает. Вон два металла. Блин, еле металл нашел. Древесина, три металла. Ну давайте поставим уже этот маленький уютный домик, блин. На берегу. Все равно уже весь металл выжили. Что это за мышь ходит здесь? Нате вам. Где прикажете развлекаться? Привет. Я видел тут сломанные указатели. Кто-то должен их починить. Так будет удобнее для всех. Ты права. Я разберусь. А еще туристы жалуются. Ох, что не так? Их вроде не нравится спать на земле. И негде купить еду. И всякое такое. Подумай только, да? Ясно. Попробуй что-нибудь сделать. Одни жалобы. Нифига себе, ничего нет. А дом для кого я построил нафиг? Весь металл сдал. Че к костру подхожу? Кози Гроу явно на меня влияет. Продолжаю подходить к костру, чтобы что-то строить. Развлечений у вас нет, вы издеваетесь, да? 8 грибов, 6 монет. Давай поставим это. Нате вам развлечение, стреляйте.
Грибы, монеты, этого у нас предостаточно. Я могу забрать, кстати, свою монету? Да, спасибо. Опять к костру иду. Так, и мне не хватает украшений. Но украшения здесь недорогие, можно поставить горшок с цветами. Две монеты, две древесины, два грибка. Нате вам возле дома горшок с цветами, пожалуйста. Все, бухту закончил солнечный, да? Нажмите, чтобы начать разговор. Это мой лучший отдых. Ну, еще бы. Это все так здорово. Открыть. А что не засчиталась солнечная бухта? Странно, не засчиталась. Еще и третий турист прибудет. Да идите вы нафиг. А что? Что у вас так? Опять к костру иду. А у меня нет мест. Все. Третий турист, иди в баню. Ни ткани, ни металла. Рынок не построить. Пойду, наверное, раскопаю эту башню. Может быть, конечно, там мне навалят каких-нибудь ресурсов, но пока все печально. Я не могу рынок поставить. 5 металла. Так, подожди, это же дом бабушки, да? А за бабушкиным домом еще был какой-то дом. Или мне показалось? Не, мне, наверное, показалось. Я, может, и был. Ой, я нашел дерево. Нет, был какой-то дом. Это что такое за молочник? Металл. Металл. Ткань. Металл. Я не буду его чинить. Что это за дом? Почему он ничейный? Чей это дом? Мне надо еще чуть-чуть металла. Я не буду чинить этот фонарь. Там ветка лежит, по-моему. Или ящик. Или возможность зависнуть здесь навсегда. Да, лучше, наверное, туда не залезать. Да, ну его ба, еле вышел. Мне уже все, уже ужас. Ужасы перед глазами. Ладно, давай починим фонарь. Минус 2 металла. Я думаю, металл мы с вами найдем еще. Какой-то дом нашли, построили, починили. Вот тут намекает, чтобы я прыгнул. У меня не хватает навыков, вернее, возможности хорошо прыгнуть. Так, давай, здесь какой-то заползон есть. Нет, это не заползон, это... Это отсутствие прыгучести у нас. Совсем все плохо. Так, дайте мне как-то подняться-то наверх. О! А, я что-то не смог залезть. Да. Да нет, залез как-то. Как-то залез. Да не отказался бы еще под металл, об чуть-чуть бы, конечно, но... Держись! А это еще кто? Это мой лучший... Блин, я на месте хожу, оказывается. Опять еще столько же построить надо, представляете? Я надеюсь, туристы здесь не мрут с голоду. И от того, что им не строят нужные палатки в нужном количестве. Так, мне надо как-то сюда выбраться. Тут сложности в добирании. Вот это самое сложное. Если, конечно, по карте нельзя быстро перемещаться. Вот я не знаю. Вот если я сейчас выберу, например, Черную башню. По-моему, это было бы слишком просто. Не могу я перемещаться, если что. Кстати, бревно забери. Это та самая стройплощадка, где ты был и не забрал даже грибы. Кстати, грибы, по-моему, сами растут, мне кажется. Я бы фонарик бы еще скрутил бы, да. Не пил, а скрутил бы. Так вообще место, да, действительно, под носом практически. Просто надо было ходить и искать, и обращать на него внимание. Ладно, лопата есть, сейчас будем копать, пошли. Денег у нас тоже полно. Еще и ветку нашел. А, где? Это ветряк. Чуть дальше, вон фонарь с этим стоит. Значит, мы уже близко. Я знаю, что у нас 3, но я не знаю, на что тратить. У меня есть вопрос просто.
Ой, тут с музоном весело, конечно. Рынок надо строить, иначе мы с вами попадем, я чувствую. Закончатся ресурсы, а купить ничего не сможем. Металл, ткань, что? А, тут что-то лежало еще в окне, слышите, реально. Прикольно. Ладно. Лопата минус один, приключения продолжаются. Лопата сгодится. Вы начинаете делать подкоп. Звуки раздаются совсем близко. Вы копаете изо всех сил. За вашей спиной появляется дюжина гоблинов. Они бегут на вас. Вы бросаете лопату и ныряете в дыру. Дыра достаточно широка, чтобы вы могли пролезть. Тут вашу ногу хватает гоблин. Вы отбрыкиваетесь, и гоблин отпускает вашу лодыжку. Вы вылезаете на другую сторону от ворот. Гоблины тоже лезут в дыру, но она для них слишком мала. Они пытаются открыть ворота, но они слишком прочны. Поняв, что им до вас не добраться, гоблины уходят. Вас трясет. Вы собираетесь с духом. Вы идете дальше, осторожно, смотря под ноги. Наконец вы упираетесь в дверь. Она закрыта. Вы пытаетесь взломать замок, вы стучите в дверь. Давай стучать. Из-за двери раздается низкий голос. Секретное слово. Зеленый камень. Зеленый камень, это пароль был. Дверь почти сразу открывается. За ней никого нет. Помедленно вы все же входите. Выйдете по темному коридору. Ваш факел уже почти догорел. Вам нужен новый источник света, иначе тьма целиком вас поглотит. Чем можно заменить факел? Надо смотреться, может быть... Фонарь! Я же говорил, фонарь есть. А ну быстро давай за фонарем. И он для этого и нужен. И лопату мы бы с вами не подобрали бы вовремя. Вот он. О! Это мне пригодится, чтобы найти самоцвет в башне. Замечательно. Уху! Да, надо запоминать все предметы, которые ты видел. Их не всегда можно поднять, подобрать, но они, видите, нужны. Слушай, это не дерево случайно где-то? У меня 3 металла. Мне еще надо 2 металла. И ткань уже есть. 2 металла еще надо бы, чтобы рынок поставить. Так, я пришел. Отлично, этот фонарь сгодится. Вам повезло найти старый фонарь, который вы успели зажечь. Вы идете дальше по коридору. Через какое-то время попадаете в огромную пещеру. Там вы видите его. Посреди пещеры сияет. На постаменте из гранита. Самоцвет черной башни. Вы нашли его. Вы тут же бежите к нему. Вы берете камень и радуйтесь своей удаче. Но тут вы видите чью-то тень. Нечто мелькнуло во тьме. Вы замираете. По пещере разносится звук хлопающих крыльев. О нет. Из глубины пещеры появляется громадный дракон. Он приземляется прямо перед вами. Вы тихо говорите «Здрасте». У меня нет лука. «Здравствуй», — глубоким голосом отвечает дракон. «Если ты хочешь забрать самоцвет, тебе придется ответить на мою загадку. Ответишь неправильно, больше не увидишь света». Вы схватываете и киваете. Дракон продолжает. «Изумруд и самоцвет вместе стоят 1500 монет». «Изумруд и самоцвет...» Так, тихо, не спешим. «Изумруд и самоцвет вместе стоят 1500 монет...» Нет, не на полторы. 1500 монет. «Изумруд стоит на 1000 монет больше самоцвета». Хорошо. Самоцвет стоит 500, значит. Сколько стоит самоцвет? Вы что, шутите, что ли? 500 монет он стоит. Ответ неверный. Почему? Ну, грудь дракона снова раскатывается. Мне конец, из-за потирается огонь. Вы тут же поджариваетесь. Вы проиграли. Нет, это был близок к цели. Попробуйте снова. Подождите-ка. Изумруд стоит... Подождите, они вместе стоят 1500. А какой тогда ответ? А почему он стоит другую цифру? Фига не понял. Ладно, давай, денег у меня до хрена. Давай. Через какое-то время попадаете в огромную пещеру, видите его, сияет из гранита. Вы нашли его, вот тут же бежите к нему, радости, замираете. Я и так, кстати, далеко зашел без ошибок. Здрасте. Изумруд и самоцвет вместе стоят 1500 монет. Я не понял смысла. Изумруд стоит на 1000 монет больше самоцвета. Подождите, на 1000 монет больше самоцвет. Нет, тогда не 500. Тогда не 500, подождите.
Изумруд стоит на 1000 монет больше. Нет, почему же? А, уже не может быть 500. Точно, блин. Сколько стоит самоцвет? Он не может стоить на 1000 монет больше, потому что вместе они стоят 1500. Откуда я знаю, сколько стоит самоцвет? Изумруд стоит на 1000 монет больше. То есть 1500 самоцвет... Ой, 500 самоцвет не может стоить. Тогда будет он стоить... Подожди, нифига не пойму. Вот загадка классная. А почему не 500 монет? 1500 они стоят вместе. Я знаю. 1000 монет стоит изумруд. Сколько стоит самоцвет? Нет, не 1000 монет. На 1000 монет больше он стоит. Ну, короче, тогда самая меньшая цифра. Тогда меньшая цифра. Ответ неверный. Ни хрена не понял. А почему 50? 450? 250? 1250? Что за цифра такая странная? Может, я что-то пропустил? А что именно 50? Ладно, давайте. Чё, нифига не понял в этой загадке, если честно. Ну, очень интересно. Так, давай. Денег у меня полно. Хорошо. Осталось два варианта. Да, он не может стоить 500, потому что он на 1000 больше. А 1500 их общая стоимость. Правильно? Правильно. Ладно, здрасте. Ни хрена не понял загадки. Ладно, давай. Сколько стоит самоцвет? 250. Дракон делает глубокий вздох. Это ответ правильный. Вы облегченно выдыхаете. Сейчас надо еще подумать. Самоцвет твой, теперь уходи. Вы благодарите дракона и выходите на поверхность. Снаружи вас изучает... вы изучаете самоцвет, он блестит, как 1000 звезд. Вы можете называть себя покорителем Черной башни. Путешественник выбрался из Черной башни и отправился навстречу новым приключениям. Конец. Да, я сделал это, да, сделал это. Один самоцвет Черной башни нам получен. Пью. Все, мы разгадали эту загадку. Блин, я тут ящик и не видел торчащий, смотрите. А этот же я брал, да? Да, этот я брал. Интересная загадка. 250 монет стоит самоцвет. Может, я не дочитал каких-то условий там. Ладно, давай вернем деньги. Наши потраченные. А зачем я взял, интересно, вот этот самоцвет? Что мне дает? На самом-то деле. Просто интересно. Солнечную бухту не достроили пока еще. Мы этим занимаемся вопросом. Так, 41 монета, светлячки 3. С помощью можно зажигать фонари. Понятно, цена самоцвет. Вон он. Самоцвет, который скрыт глубоко под Черной башней. Ну, мы его достали. Я все думаю над загадкой. Реально загадка охренительная. Изумруд стоит 1000. Нет, изумруд стоит на 1000 больше, чем самоцвет. Сколько стоит самоцвет? На 1000 больше. 2500 он стоит, да? Нет, подожди, почему здесь 2500? Я так и недопонял загадки, если честно. Ну, хоть можно было с третьей попытки. А вот что делать с чуваком, который отказал мне это... Что-либо делать? 10 монет требовал, теперь уже не требует. Короче, там еще кирка валяется. Надо этот момент не упустить. Кирка, что мы еще интересное с вами видели?
Что-то видели. Ну что, в каньон пойдем? Или хватит тех ресурсов, которые у нас есть? 19% с вами нашли порядок, вернее, навели порядок в парке. Решили офигительную загадку, хотя загадка несложная. Я не могу понять, там надо было не просто прибавлять, там, блин, подождите. Ну вот смотрите, изумруд стоит... Блин, мне сейчас бы записывать, если бы я записал, то все бы решил бы. Давайте как уравнение это решим. Изумруд стоит... Нет, оба камня стоят 1500, то есть равно 1500. Первый X это наш изумруд, правильно? X плюс... Второй тоже неизвестный, но плюс 1000, на 1000 больше. То есть самоцвет стоит X плюс 1000. Нет, подожди, изумруд стоит больше. Ё-моё. Тут нельзя в игре нигде писать. Сейчас бы, если бы на чертах где-то было. Все вообще элементарно. Смотрите, тут простое уравнение составляется. Изумруд стоит X. Нет, X это самоцвет. А изумруд это X плюс 1000. Потому что он стоит на 1000 больше. Равно это 1500. X плюс X. 2X. 1000 переносим на ту сторону. 1500 минус 1000, получается 2х равно 500, и 2х, х равно 250. Все, развязалась загадка, решается, блин, простым уравнением просто. Вот теперь понятно, как 250 получилось. Но тут нахрапом, да, нельзя. Тут надо было, конечно, расчертить бы, и тогда стало понятно. Просто берем 1х за неизвестный. Слушай, нифига себе загадки, я в играх таких загадок давно не встречал. Кстати, блин. Смотри, счет есть. Ну, давай починим. Давно я не встречал таких загадочек. Подуть. Подул. X это берем неизвестный камень. А второй камень у нас X плюс 1000. Потому что он на 1000 больше стоит. Равно, за равно выносим общую их стоимость. Получается 1500. Иксы суммируем. Смотрите, тут бревно еще нашел. Тут днем много чего найдешь. Или они сами появляются, те бревна, возможно. Иксы суммируем. И получаем с вами, ту выносим за равно. И дальше решаем, как обычное уравнение с одним икс. Икс 2, 500 делим на 2, и получается 250. Блин, круто. Ну, обычно такого не встречаешь в играх, но тут прям неплохо. Ну, я привык, конечно, все записывать. Вот такие особенно сложные. Это я уже в каньон, кстати, вхожу. Если бы нарисовать это все и забросить с одной стороны в другую. Так, не трогай пока фонарь. Тогда было бы, конечно, проще. Ну, хоть разобрались, как 250 мы с вами получили. Слушай, а что, я тут буду пешочком ходить, да, вот это все? Обратно и туда. Походу, да. Тут игра, кажется, ого-го. Кстати, нашел еще один кемпинг. Вы нашли кемпинг «Колодец желаний». Между прочим, встречено туристов. О, сейчас все монетки будем бросать, наверное, да? Ой, кажется, мне... У вас перестройка. Построить чьим-нибудь лагерем. Подобрать. Загадайте желание. Один металл. Еще вам вижу. Пора загадать желание. Желаю, чтобы у меня была шикарная машина. Нет, стоп. А зачем она мне? Здесь ведь нет дорог. Желаю, чтобы у меня было больше монет для содержания моего парка. Желаю... Стоп. А сколько у меня желаний? Одно. Ладно. Хорошо. И это сколько колодец мне ответил только что, да? Нет, это не колодец. А кто это? Что? Кто там внизу? Эй, кто там? 5 монет. А зачем ты желание заказывай? Монеты заказал. И что это было? Неужели сработало? Да ну-то сработало. Я слышал, как ты говоришь. Я не сумасшедший, давай. Я знаю, что ты там. В общем, спасибо за желание. Я найду хорошее применение этим монетам. Блин, прикольно. У каждого, видите, места есть свое... своя фишка какая-то. Так, ладно, давайте-ка. Сюда сейчас сделаем костер. Раз у нас туристы не уходят, то почему бы тогда и не построить для них места? Пусть сидят, а потом... А потом мы к ним вернемся как-нибудь. Все, я разжег костер. Турист уже идет. Прибудет в колодец желаний. Сейчас я вам построю одну палатку какую-нибудь попроще. Блин, везде ткань нужна.
Давай бунгало поставим, не знаю. Вот тут где-то возле колодца. О, вот тут среди деревьев вообще красиво будет смотреться. Здрасте. Я загадал желание у колодца, но ничего не произошло. Мне очень жаль. Я устал. Это когда-нибудь ловил светлячков, чтобы посадить их в фонарь. А какой в этом смысл? Никакого. Но это красиво. Да ловил я уже. Я устал. Я понял, устал. Сейчас я тебе еду еще приготовлю. Ткань, металл, древесина. На тебе барбекю, чтобы тут не помер с голоду. Вот тут прям тебе поставлю. Ну и для отдыха, чтобы ты веселился, я тебе поставлю скамейку, хочешь. Пляжный зонт обойдешься, да, скамейку поставить. Ну тут вот. Если сам, конечно, выпрыгну. Все, я тебе все сделал, следующий турист, если прибудет, пусть ждет. Ну, второго пока не завозят, ну и хорошо. Так, я опять обанкротился, не могу не помочь туристам, мне бы немного железа, конечно, найти бы. И еще бы немного ткани, блин, тут все сломано, смотрите. Ну, это можно построить? Вы получили 6-й уровень, отлично. О, автомобиль, смотрите, прикольно. Металл, металл. Не, гудеть не надо пока. Давайте сначала оборую машину, а потом погудим. Сколько у меня? 5-4. Все, мне хватит. Новый турист прибудет скоро, я понял. Ну, давай погудим. Слушай, это надо учесть, что здесь автомобиль есть. Так, я, по-моему, нашел все необходимое для постройки, по-моему, этого. Так, я туда не пойду, давайте. То есть от игры оторваться, конечно, вообще сложно. Ничего не чини. Здрасте. Есть в этом колодце что-то необычное, а как думаешь? Подозрительный он. Ага. Пару дней назад, вот клянусь, слышала, как он говорит. Да? На твоем месте я бы не приближалась к этому колодцу. Да, я ему и не доверяю особенно. Блин, так тебе же надо что-то построить. Я бы тут мог рынок, конечно, построить. Может, в принципе, и лучше. Пора идти. Куда? Здесь очень мило. Куда тебе идти пора? Ай, опять ткань нужна. Сколько рынок стоит? 5 металл, еще один металл надо найти. Блин, пойду еще металл искать. Ладно, ребята, ждите, я ничем вам помочь не могу. Мне надо рынок поставить. Было бы здорово, если бы можно было поспать. Да вы издеваетесь. Я никогда рынок с вами не построю. Они идут и идут. Машину-то я нашел. Давайте наверх поднимемся, может там еще металл есть. Без рынка конец. А я не могу построить, потому что строю этим ребятам. Все условия создаю, вернее. Что? Дунул. Монета даже. Мне один металл нужен для рынка. Я многого не прошу. Ну, чип колодец мне не монет дал, а железо. Дунул. Еще ничего не видно. Бревно, кстати, забрать надо внизу. Прикольная тут полянка. Светлячка засунь. Засунул. Восьмерочка. Пять опыта. Грибочки. Монетки. Ё-моё, где металл? Где металл? Во, нашел. А тут какая-то ферма. Я уже не могу нести, но ну, хватит, я думаю. Перевес полный, там вон металл еще валяется. Все, тут очень интересно дальше, я, наверное, побежал. Металл я нашел, все, мне всего хватит. Мне главное рынок сейчас построить. Может быть, даже здесь поставить его было бы неплохо, этот рынок. Там он еще есть металл. Да, я, наверное, тут его и поставлю. А что ты делаешь? Я устал. Здесь очень мило. Я очень рад. Да потому что у тебя есть где спать. Может тут поставить рынок? Зато я буду знать, где он находится. Не надо бежать вниз. Так, есть развлечение. Давай поставим рынок. 30 монет, 4 древесины, 5 металла, 2 ткани. Отлично.
Я не могу, правда, двигаться с ним. Нет, могу. Вот тут на самом видном месте. Да вот тут прям поставим. Да, я поставил его все-таки. Давай торговать. Разместить. Слушай, а где я торговать должен? Он уж не торгуется. А я навык, по-моему, не купил, да? Навык купил торговли? Нет, не купил. А что ж ты хочешь тогда? Давай. Все, я купил навык. У меня еще 3 осталось. Можем прыгнуть. Это здесь, что ли, любой рынок? Это вот это? Продажа, да. Продажа есть. Металл 6 монет стоит. Неплохо. Древесина по 3. Так это продажа. Это я продаю. А покупка? Это я продаю, правильно? У меня 50. Я хотел бы их купить что-нибудь. Да продажа это неинтересно. Ё-моё. Спасибо, сдачи не надо. Блин, зря построил. Я думал, можно покупать. А мне и так-то ж денег-то нормально-то хватает вообще-то. Ну ладно, один рынок должен быть. Колодец желаний. Сейчас этому надо поставить вторую палатку. Опять я иду к костру. Что за напасть-то такая? Бунгало. 2-4 древесины, 1 гриб. Ну, давай 2 бунгало, то один обидится вот туда. Бунгало, вернее, как он там называется. Вот туда поставим его аккуратно. Развернем его. Не, вот сюда, вот так вот пусть будет туда. Вот. Отлично. Все, и 2 украшения требуют. 2 украшения это тоже не проблема, потому что это обычно или забором можно отделаться, либо пальмой. А я пальму тут сейчас влеплю. Тем более я ее еще не ставил. Возле. А тут фиг поставишь еще. Тебя выталкивает. Одна есть. Сейчас вторую поставлю еще, наверное. 4 дерева всего-то на все. А древесина у меня тоже уже заканчивается, между прочим. Вот тут давай поставим. Все. Колодец желаний. Мы с вами галочку поставили. Поэтому заберу древесину. То я разгулялся, что-то не на шутку. Может, увеличим количество древесины? Получаем или что? Или что я там хотел? Что я хотел? Какие навыки? Тут мы все взяли. Больше монет не надо. Больше дерева, возможно. Больше грибов, не знаю. Быстрое перемещение и высокие прыжки. Кстати, вот это, наверное, быстрое перемещение нам нужно будет. Давайте, наверное, быстрое перемещение возьмем. Все, я его взял. Быстрое перемещение, вот это, наверное, на карте. То, что мы с вами видели. Здесь у меня металл. У меня нет металла, я бы туда отстроил бы, конечно. Быстрое перемещение, то есть я беру, открываю карту, выбираю нужное мне место, да, например, вот сюда. Не, карту верни, карту верни. Вот сюда, например, на башню, да? Как это работает, я не знаю. Оно не работает. Есть тут кнопки? Нет, только Escape. Нажмите, чтобы начать. Здесь очень мило. Я слышал колодец из колодца. Вот бы найти способ заставить его говорить. Не выйдет. Он слишком упрямый. Так я уже заставил его говорить. Говори, господин колодец. А я не уйду, пока ты что-то не скажешь. Говори! Вздыхает. Уверен, что не хочешь говорить. Ладно, пока. Ладно, мы его заставим разговаривать когда-нибудь. Так я не понял, как быстрое перемещение делается. А высокие прыжки нет, работают, смотрите, я стал прыгать круче, конечно. Чуть-чуть, конечно, но не так уж, чтобы сильно. Но прыгать стал лучше, да. Да, да, прыжки улучшились. А вот быстрое перемещение, не понял, как оно работает у нас тут. Кстати, я 3 кемпинга уже построил. Только не знаю, как переместиться. Нажимаю все подряд. Ладно, друзья, все. Я думаю, тут у нас игра не очень большая на самом деле. Потому что мы уже открыли 3 кемпинга из... Ой, 5 кемпингов из, не знаю, наверное, 10 может быть максимум. Потому что карта-то уже у нас, половина карты открыта. 3 из них обустроили полностью. Рынок, к сожалению, себя не оправдал. Я думал, там можно будет покупать. Денег у нас так дофига. А вот ресурсы тут ограничены. Чтобы их все достать, нужно очень сильно постараться. Ну, посмотрим, что можно будет сделать.
Блин, только продажа есть, зараза. Ладно. Тут не поспишь. Ну, хоть деньги можно собрать. Давай кэш. Кэш давай. Сдачи не надо, давай, спасибо. Могу представить, сколько там у меня уже денег. Кстати, я стал намного... А, быстрое перемещение, в смысле он быстрее бегать начал. Смотрите, да, это типа с ускорением он начал перемещаться. А я думал, по карте можно между кемпингами бегать. Ладно, все, давайте. Оторваться от игры очень сложно, очень забавная игра, очень интересная. И вообще, хочется посмотреть, что там находится с другой стороны карты. Пишите все, что вы про это думаете. С вами был Дмитрий, канал Шедвиль. Игровые миры, и до встречи в Heaven Park. Пока.